Итак, всем здорово, с вами Санч, и он канал Санч Саван. И мне тут пришла маленькая посылочка, в ней она очень легкая, вообще в ней практически ничего нет, мне кажется, я не знаю, это какая-то вот херотень, не помню, как это называется. И тут, серьезно? Окей, тут вообще ничего нет, кроме очень хорошего слова «спасибо». И пришла эта посылка мне не просто так. Она пришла, потому что на нашем канале исполнилось 500 подписчиков. И каждому из вас я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо за вашу поддержку, которую вы оказываете. Вот, но собрались мы не только поэтому. Вот, как вы можете понять, я был на барахолке. Ну, вы этого не можете понять, но, короче говоря, вот. Это УАЗик Патриот от автопарка. Цена ему 50 рублей. У него нету, я не знаю, как, что у него тут в дополнении было, в плане того, что либо крыша откидная, либо еще что-то в этом духе, либо просто усилители такие. Вот. Всего 50 рублей. Пока что я с ним делать ничего не буду, но, возможно, когда-нибудь я его покрашу в какой-нибудь офигенный... Короче, прикольный цвет. Вот. Но первое я купил... Это я последнее купил. То есть, УАЗик Патриот. Я его купил последним. А первым я купил вот данный аппарат. Да, это 9-й Evolution. Без спойлера, немного испорченная крыша, но это делается вообще как нифиг делать, абсолютно, это очень легко делается, я не знаю, от кого он. Тут есть музычка. Вот, тут есть музычка, я вижу динамик, поэтому я уверен, что есть музычка. И она делает, она... производится тогда, когда ты нажимаешь на заднюю ось, то есть слышишь весь звук, это нажатие кнопки. Вот, я его купил за 40 рублей. Так, следующее, я купил 4 автомобиля, начнем, наверное, не с... Ладно, давайте с Touareg, начнем вот такой вот Touareg от, если не ошибаюсь, это называется Uni... Наверное, Унифортуна, да. Я не помню, как переводится вот этот херотень. Вот, поэтому это 62 рубля 50 копеек. Поймете, почему потом именно так получилось. Вот Touareg, офигенный, задних фар нет. Снял с него вот тут вот какая-то херня была белая, похожая немного на клей. Знаете, такой клей... Обычный, короче, вот клей. Но я его снял очень быстро. Потом. У той же бабушки я купил Lexus. CS 350, если не ошибаюсь. А, нет, 430, окей. Вот данный Lexus. Мне он немножечко напоминает MR2, не знаю почему. Вот, данный Lexus, он практически в том состоянии, как он был. Тут как будто наклейки немного на крыше были, немного на капоте, немного на багажнике и на вот этой вот двери. Я это все очистил, вот тут остались маленькие царапинки. Я не знаю, как это можно назвать, может, это можно оттереть, но у меня не получилось. Я все равно его когда-то буду перекрашивать. Задний, короче, тут что-то не так. Это все легко поправимо. Я разберу, посмотрю, что там. Ну, короче, нет, я не буду разбирать. Просто когда я буду перекрашивать, я все поправлю. Вот. Ну и все. Но я не знаю, может и так оставлю, а почему бы и нет. Ну, типа, не идеальная модель. А так мне, кстати, этот Lexus достаточно. Ну, не... короче, я его особо не знаю. Ни характеристик, ничего такого. Вот, поэтому ничего о нем сказать не могу про реальную жизнь. Так, выглядит он офигенно. Выглядит очень прикольно. Так, потом, я думаю, да... Короче, ZK. Она вот такого вот цвета. На камеру она немного другого цвета. Z3, я не помню, что я сказал Z2.
За три, короче, вот. Я немного в спешке все делал, но ничего страшного. Все равно я ее купил. Тут нету панели управления. Ну, короче, панель там, где руль этот, ну, вы поняли. И стекла. Вот. Ну и все. Если честно, Speedy Power, наверное, так называется эта компания. Вот. Написано как раз таки то, что это Z3M Roadster. M-ка Roadster. Roadster, ну, короче, вы поняли. 32-й масштаб и 98-й год. Скорее всего, сама по себе машинка была сделана в этом году. На 100% я не уверен, но по покрышкам мне почему-то так кажется. Ну и потому, как она сделана. Задние фары вот такие вот, офигенные. То есть прям мне она нравится. Она не прям детализированная, вай как, но мне очень нравится. То есть и ее я был уверен, почему возьму 100% за... Ну, возьму ее, короче. Вот. Торек 62 рубля 50 копеек. Lexus 62 рубля 50 копеек. Бэха также. И, как вы могли видеть, уже книга, короче, которая... Так, и хопа. Да, все вы правильно поняли. Жук от Бурага, или как его называют, производители Битли Кап. Ну, или Нью Битли Кап. Или Битл просто. 43-й масштаб, Бурага, сделана в Италии. Вообще офигенно. Ну, типа, цвет прикольный, мне нравится. К сожалению, как вы можете заметить, очень много всяких царапин нету, но краска слезла практически везде. Вот. Очень нравится проработка в салоне. Там нету сидушки. Вот это спорт-версия. Руль, я не знаю, что с рулем. Он очень странно расположен. Как будто его можно, ну, типа, поднять. Вот. 6 машин с барахолки, пацаны. Но, это не все. Я решил купить, так как 7 число хорошее само по себе, решил купить 7 машин. Вот. И купил одну машинку еще в магазине. Та-дам. Почему мне эта машинка была нужна и почему она мне нравится? Вот. Да, потому что она такая же. Не то чтобы... Ну, короче, вот. У него такая же, я что-то такую захотел, и мы ездили, короче, искали либо Mercedes от компании какой-то там, потому что компания не указана, либо одну реношку Speedway, старенькую, немного на АКУ похожа, чуть-чуть совсем, вот она, ну вот, и копейку вот эту. Вот, я ее нашел, я ее купил, было 3 цвета, получается, какие я видел, красный, желтый, черный. Посмотрев все цвета, какие были, я понял то, что черный покрашен лучше всего. А задница, как вы можете видеть, я не знаю, что с фарами. То есть фары тут как будто двойные, знаете. Типа у копейки они узкие, ну, вы все прекрасно это понимаете. Вот. И типа Бирлинг Айненк. Короче, вот это вот слово я не могу прочитать. Вот такая вот джига. Я не знаю, что с ней будут делать. Возможно, проект, а возможно и нет. Мне очень нравится. Я ее прям хотел. То есть я прям в один день ее сильно захотел. Я ее нашел. Я ее купил. Ну, как бы, да. О, теперь у меня есть копиндосик. У меня еще есть советский, в масштабе примерно 43-м, наверное.
Вот, СССРовский. Вот. И это все мои обновки на данный день. Всем огромное спасибо. А, да, забыл еще сказать. Я примерно все машины в одном. Короче, как я их покупал, в таком виде они есть. То есть я их не чистил, ничего. Вот, пожалуйста. Все косячки, которые тут есть. Но это легко, это все помоется, это все очистится теми же самыми влажными салфетками, я не знаю. Вот. Хотел я его покрасить в розовый цвет. Вот. Но мне сказали то, что ты что, дурачок? Оставь его лучше так. Вот. Поэтому я его пока что оставлю. Из косячков у него тут фарочка сломана немного, точнее, это линза. Вот, а так, в принципе, заднего вот этого вот, я не знаю, что это такое. Не знаю, либо усилитель, либо еще что-то в этом духе, короче, нету. Что тут по косичкам? Это вообще как нихер делать. Тут батарейки можно заменить, вытащить, я думаю, будет работать. Спойлерка нет. В принципе, все. В Туареге его, скорее всего, можно будет перекрасить. Потому что он был еще чем-то покрыт, и опять же. Ну, короче, вот так вот. Красный фломастер тут поможет вообще спокойно. Туарег, да, все это, если честно, особо и не важно. Вот. Его можно и так оставить, в принципе, а почему бы и нет? Хорошо, очень проработано, мне прям нравится. Вот. Колеса есть, задних фар нет, это минус. Это минус. Так, еще у него прям дикий развал. Я-то у этой бабушки внуки, короче, играют с машинками, и после этого все отдают. Так, вот. Тут по косячкам, да, особо и ничего. Тоже перекрас, скорее всего, может быть. Исправить ситуацию с краской самой. Потому что она как бы, ну, попортили ее немного. А так сам по себе Lexus вообще офигенный. Диски еще немного в некоторых местах. А, нет. Я что-то убрал и все перестал. Все нормально, это все с дисками. Вот. Тут, я думаю, оставить так. Я не... Цвет у нее другой, если честно. Я не знаю. Он не... У вас он такой типа М цвет. А у меня он очень светлый. Он такой бирюзово-синий. Темный бирюзовый такой немного, темноватый. Вот, я не знаю. Ну, на камеру у меня прямо синий-синий. Вот. Но мне это вот Z-ку мне прям четко нравится. А с этим автомобилем, с этим Volkswagen я делать вообще ничего не буду. Он у меня такой пока что будет. То есть у него вот тут вот все наклеечки, все вот это, тут еще что-то было наклеено, тут нет, я это убирать не буду. Перекрасить я его, естественно, тоже не буду, хотя и хотел немножечко, но нет, пожалуй, я не буду это делать, потому что мне и так нравится. Типа он прям прикольно выглядит. С капиндосиком я пока что подумаю. С ним глобально ничего, думаю, не изменится в ближайшее время. Но пусть он пока постоит, отдохнет, короче говоря. Пусть в магазин стоит, пусть дома отдохнет. И все. В принципе, ничего с ним. Нет, у меня есть идеи, конечно, на него, но мне еще надо подумать, что с ним сделать, какой из него прикольный проект получится. Если я опять же буду делать, я не факт. Вот, это все мои обновки, как и на прошлой неделе. Получилось то, что я купил 6 автомобилей с барахолки и купил один автомобиль в магазине. И примерно там же, а нет, не там же. Короче, я еще купил, на прошлой неделе я купил новый автомобиль, сейчас покажу. Вот, Hot Wheels Premium, как я понял, да? Вот, или, короче, это Chevrolet Impala, вот, старенькая, естественно. Ну вот, я ее пока оставил в запакованном виде. Это, как вы поняли, на тираж на 50-летие Hot Wheels. Вот. Ну, в принципе, и все. А по барахолке особо ничего там у машинок-то и не было. Там были некоторые радиоуправляемые. Там Porsche был, если не ошибаюсь, Cayenne. Cayenne или его братец.
Вот. И ML-ка, наверное, была. Но я это не стал уж покупать. Типа, у ML-ки фары были. Нет, короче, я не стал покупать и подумал, бессмысленно. Вот. Да и мне уже не нужны радиоуправляйки, у меня их очень много. И как-нибудь, если хотите, запишу видосик, покажу, сколько у меня машинок собралось, какие. Вот. Короче говоря, всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, то, что у вас 500 человек. Поддержка ощутимо ощущается. Тавтология, но все же. Вот. Спасибо вам огромное. Всем удачи и пока. Пока.